Эмоции, которые приходят к любителям прекрасного, к любителям природы, к любителям своих садов. Первое. Как хорошо, что у нас есть сад. Вторая. И этот сад сделан своими руками. И третья эмоция. Это безграничная, бесконечная благодарность тем людям, которые сумели в одном месте собрать тысячи красивых, здоровых растений, которые мы можем заказать и купить, тем самым пополнить коллекцию нашего красивого сада здоровыми растениями, которые будут нас радовать долгие-долгие годы. Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Светлана, мы живем в Украине, в городе Харькове. И сегодняшнее видео полностью посвящаю интернет-магазину Флориум, вместе с которым я уже почти, ну вот с 2012 года, да, у нас первый был заказ. Вот смотрите, уже 9 лет мы вместе. А если учесть, что интернет-магазин отпраздновал свое десятилетие с самого момента работы, то практически с самого начала работы этого магазина я пользуюсь его услугами. Получили мы наш весенний заказ, и сейчас вместе с вами я буду распаковывать эту посылку, чтобы вы из первых рук, как говорится, увидели, как выглядят растения, как они упакованы. Ну и, естественно, буду рассказывать и об этом магазине, и о своем опыте по выращиванию растений, которые мы заказывали именно во Флориуме. Обязательно в каждой коробке всегда лежит список и перечень моего заказа с указанием всем. Вы знаете, что меня впечатлило? Неоднократно уже в наших видео мы все говорим, что в этом году весна неоднозначная была. И вот памятка от Флориума написана: в связи с холодными погодными условиями в нашем регионе, в отдельности достаточно низкой температуре на протяжении всего марта и апреля месяца, некоторые травянистые многолетники в горшках не успели сформировать зеленую массу надземной части. Но вам не стоит волноваться, так как корневая система у них хорошая и готовая к высадке. Мы гарантируем хороший рост и приживаемость в ближайшее время, когда настанут стабильно теплые погодные условия. Но это здорово, ведь мы еще не открыли, но если вдруг мы откроем и увидим маленькие росточки, конечно, особенно те, которые молодые садовники и цветоводы, они могут расстроиться. Но вот уже успокоительное у нас есть письмо. Посмотрите, как правильно упаковывает Флориум свои растения. Вот никогда, сколько я пользуюсь услугами этого магазина, всегда упаковка достаточно плотная, чтобы, ну, в случае, если перевозчик будет бросать коробки, чтобы не повредить растения. Всегда, вот я даже удивляюсь, как они рассчитывают количество растений, чтобы плотно лежали они в коробке. Ну как плотно? Достаточно плотно, но, чтобы не повредить друг друга, но и в то же время для того, чтобы при транспортировке все растения не вот так вот не прыгали по ящику. Почему именно я выбрала интернет-магазин Флориум? Прежде всего, это, конечно, правильная упаковка всех растений. Для того, чтобы растения пришли ко мне целые, без повреждений. Огромное количество сотрудников интернет-магазина Флориум постоянно работает над разработкой правильной упаковки индивидуально для каждого растения. Для луковичных это одна упаковка,
дышащие пакеты в дырочку. Внутри обязательно либо мох, либо торф, либо еще какой-то субстрат, который не позволит пересохнуть растению, которое упаковано вот в такой пакетик. Ну вот я достала, смотрите, это у нас хоста. Посмотрите, какой замечательный уже росточек у хосты. Зеленый, красивый и хорошая, хорошая корневая система. Вадик, показывает камера, да? Не очень. Ну вот видны росточки. Ну распаковывать пока мы не будем. Хорошие очень корни, хорошая корневая система. Так, в этом пакете у меня что? Хосты. Заказывала я много. Здесь 9 хост. И все хосты с хорошими зелеными росточками. И хорошая корневая система. Так, давайте я буду вот так доставать хосты. А вот уже даже, смотрите, хоста есть, которая уже, посмотрите, какой у нее росточек длинный, вот зеленый, вот он виден. Название всех хост обязательно напишу в описании под видео. Тоже хоста. Заказала я в интернет-магазине Флориуме канны. Есть у меня фотография на заставке к одному из видео, где я стою на фоне безумно красивых бордовых листьев канн. Это канны, которыми со мной делилась соседка по нашей даче. И вот настолько меня впечатлили эти канны, не удалось нам сохранить те, которые на фотографии. И в этом году я заказала канны, хочу вырастить в горшках и ставить уже цветочные композиции вместе с каннами в любой цветник нашего сада. Заказала 2 канны. Очень важно быть уверенным в здоровье и качестве растений, луковиц, ну, всего того, что вы заказываете в интернет-магазине Флориум. В случае с Флориум, с интернет-магазином Флориум, вы можете быть совершенно спокойны. Каждое растение, каждая луковица проходит тщательную проверку и тщательный осмотр. Интернет-магазин Флориум дает гарантию на каждое растение, которое вы приобретете у них. Это немаловажно. Если вдруг растение не приживется или по какой-то причине не проснется у вас в начале весеннего сезона, интернет-магазин Флориум компенсирует вам стоимость этого растения, либо же предложит вам обменять растение на любое другое, которое есть в ассортименте и в наличии. Все на ваш выбор. Сразу скажу, что у меня была подобная ситуация. За 9 лет, как я уже пользуюсь услугами интернет-магазина Флориум, в прошлом году, я рассказывала об этом уже на канале, приобрела я розы и правильно посадила, все сделала как надо. Все остальные растения, большую партию мы заказывали в тот момент, все остальные растения прекрасно вышли после зимы, а вот с розами у меня случилась неприятность. Отправила я фотографию этих роз, место посадки. Хорошо, что к тому моменту я не убрала никуда розы, но пыталась, все, ждала до последнего, до конца мая месяца, что все же они проснутся. И когда я отправила сотрудникам фотографию и написала, что вот такая произошла ситуация, сразу со мной связался по телефону сотрудник интернет-магазина Флориум и расспросил меня о создавшейся ситуации, предложил мне на выбор либо компенсировать средства, либо выбрать другие растения на свое усмотрение. Конечно же, это здорово, что есть обратная связь, что магазин, в котором вы приобрели растения, не бросает вас на произвол судьбы. Особенно это важно для новичков, которые, приобретая растения, не всегда знают нюансы по уходу, по выращиванию и все остальное. Всегда с вами свяжутся, найдете оптимальное решение. И я считаю, что действительно это профессиональный подход к своей работе. Как я делала свой первый заказ в интернет-магазине Флориум. Друзья,
Я в тот момент была начинающим еще садоводом. И, конечно, пыталась найти питомники или вот магазины, где бы я могла покупать растения хорошие, качественные, те, что я хотела. И благо уже интернет был, можно было посмотреть, что, какие есть предложения. И вот нашла я объявление, что интернет-магазин «Флориум» предлагает разные-разные цветы и растения. В тот момент у меня фаворитами в моих желаниях были лилии. Я вот не просто так сейчас держу вот этот пакет. Вадик, ты, наверное, снял уже, да? Это мы сделали дозаказ и в этом сезоне. Лилия Бразилия. Вставлю вам обязательно фотографию, но мы еще пройдемся по цветникам. Я буду показывать, где растения у меня растут уже. Многие, которые мы заказывали во «Флориуме». Так вот, сделала я первый заказ, и первый заказ мой был именно лилии. Потрясающие луковицы пришли, огромные, красивые, качественные. Высадила, конечно, я переживала. Я же ведь еще не знала, у меня не было опыта работы с этим магазином. Высадила лилии, осенью высаживала, и весной, вот уже в начале лета, вернее, когда начали выходить эти потрясающие, вот такие вот красивые, как пальмочки, ростки лилии, конечно, радости моей не было предела. Но не было предела моему восторгу, когда лилии начали свое цветение. Это потрясающие лилии, потрясающего качества. Все лилии, которые я заказываю на протяжении этих лет. А так получается, что каждый сезон я все равно хотя бы один вид лилии все равно заказываю. Или дозаказываю те, которые уже есть в моем саду. Увидев соответствие по сортам, увидев красивое цветение моих лилий, моих уже, конечно, естественно, я уже поняла, что в будущем сезоне я буду заказывать не только лилии, но и другие растения, которые к этому моменту я уже начала планировать свои цветники. И следующий заказ уже был гораздо больше. Что дают заказы постоянные и определенного объема именно в интернет-магазине «Флориум»? Друзья, здорово, что интернет-магазин «Флориум» при определенной сумме заказа в интернет-магазине «Флориум» доставка бесплатная. И причем сумма этого заказа не очень большая. Не так, что вы должны быть крупным оптовиком для того, чтобы вам бесплатно доставили ваши растения или цветы. Это тоже здорово. Если вы становитесь постоянным покупателем в интернет-магазине растений, цветов, «Флориум», у вас будут дополнительные скидки и бонусы, и это тоже приятно. В прошлом году в качестве подарка мне прислали красивейший амариллис. Обязательно вставлю фотографию. Замечательно цвел и радовал вот меня своим потрясающим цветением. В этом году в качестве подарка вот выслали мне 3 лилии гиганта. И кроме этого, доставка моего всего заказа была бесплатная, друзья. Конечно же, это очень приятно. Вот такие моменты, они вызывают восхищение, восторг. И кроме того, это, конечно же, приятно, что вот такие еще и мини-бонусы, хотя и не мини, вам предлагаются, если вы работаете с интернет-магазином «Флориум». Бонусов, сколько приятных моментов мы можем получить при общении, при заказах своих в магазине «Флориум». Ассортимент растений в интернет-магазине «Флориум» составляет более 5000 разновидностей, друзья. Это потрясающе. Я вам хочу сказать, вот ну, у меня крайне редко бывает, чтобы я запланировала какое-то растение, начала о нем мечтать. Захожу на сайт интернет-магазина, начинаю искать, и я нахожу это растение. Если я не нахожу его, то вероятнее всего, что растение это придет осенью, и посадка будет осенняя. Акцентирую ваше внимание. Если вы вдруг не нашли какое-то растение, вполне вероятно, что его посадка будет
осенью, или же в противном случае, если вы осенью хотите высадить, а растение не должно высаживаться осенью, а оно должно высаживаться именно весной. Вот тогда обязательно следите за поступлениями товара. В начале каждого сезона обязательно интернет-магазин делает рассылку всем своим клиентам, что уже начался прием новых растений, и это тоже очень удобно и очень хорошо. Так вот, какие бы растения я себе не придумала, но 99 из 100 всегда будут в наличии на сайте магазина Флориум. И хочу вам сейчас показать, заказала я в этом году впервые 2 пиона потрясающих. Хочу вам показать, в каком они состоянии, какие росточки. Многие сейчас мне скажут, что пионы нужно высаживать в августе, в сентябре месяце. Друзья, у моих знакомых есть очень хороший опыт по высадке пионов именно в апреле месяце. Все благополучно приживается, цветет и радует. И сейчас аккуратненько вам покажу. Значит, сейчас скажу, как называется этот пион. Так, Winter Tour. Посмотрите, какие потрясающие ростки. Посмотрите. Вот именно наличие двух, трех, а здесь у меня раз, два, три, четыре, пять таких красивых, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть потрясающих почек, и еще одна тут маленькая. Говорит о качестве и здоровье этого пиона. Посмотрите, какая красота. Пиона заказала я два, и еще один, это White Ivory. Ну, я надеюсь, что я правильно произношу. Открыла, сейчас вот аккуратненько вам достану и покажу. Ой, посмотрите, какая прелесть. Так, аккуратно. Посмотрите, какое количество почек. Хочу высадить, чтобы красивые вот такие вот пионы были в нашем саду. Есть у нас пионы красивые, но они обычные. А когда занимаешься садом, сначала опыт свой приобретаешь на более простых растениях. Ну, это и правильно, чтобы не так жаль было, если вдруг какие-то нас постигнут неудачи. А впоследствии уже начинаешь более эксклюзивные, более дорогие растения высаживать в разных местах своего сада. Красота. Когда я рассказывала о разных видах упаковок, я сначала принесла коробочку. Это именно осеннего заказа коробочки. Я их все сохранила. Но мало ли, может, мне необходимо будет делиться со своими друзьями растения, которые я уже буду размножать сама. Эти коробки, кстати, здорово в этом мне помогут. Очень удобные. Так вот, растения, которые травянистые или вот те, у которых есть надземная зеленая часть, они упаковываются вот такие пластиковые блистеры. Посмотрите, как здорово придумано. Горшочек весь упакован вот в эту бумагу, которая дышащая, но которая полностью покрывает горшочек и субстрат, в котором находится растение, для того, чтобы в процессе пересылки не пересыхал земляной ком. Кроме этого, для того, чтобы растение не повредилось сверху, чтобы пришло к вам полностью верхушка вся не поломанная, посмотрите, как правильно все продумано. Очень удобно, мне нравится. Вот это уже, наверное, второй год вот такие упаковки. Раньше немножечко другая была упаковка, но это очень правильная, такая, как нужно для того, чтобы растение пришло к вам неповрежденное. Какие же растения здесь у меня вот в этих пластиковых блистерах? Вот эта красивая вариегатная пахисандра для тенистых мест. Замечательное растение. Хосты, пахисандра будут жить в одном цветнике. И
большое количество. Так, сейчас я вот так поставлю. И большое количество лаванды. Лаванда у нас будет для посадки на переднем плане цветника. Вся лаванда, которая лежит в коробке, вся одного сорта. Для того, чтобы не было пестроты. И вот такая посадка одного растения в одном цветнике на переднем плане будет очень эффектно смотреться. Особенно во время цветения этой лаванды. Напишу вам обязательно название этой лаванды. Потрясающая, очень красивая. Ну, в общем, друзья, все сделано правильно. И как я уже говорила, посмотрите, упаковали в такую коробку, в которой растения все четко лежат, не передавливая друг друга, и при транспортировке растения никуда нигде не прыгают. Ну, это то, что нужно. Все растения, которые я заказываю на протяжении многих лет в интернет-магазине Флориум, цвести начинают сразу же в этот сезон. В прошлом году мы заказывали, и я высаживала именно прошлой весной в это же время гортензии из магазина Флориум. Маленькие вот такие вот еще были, вообще совсем молоденькие веточки, росточки. Обрезала я при посадке, убрала лишние побеги, чтобы быстрее укоренялась гортензия. И по одному соцветию, но они выдали в прошлом году. Вот эти две гортензии зацвели и радовали меня хотя бы маленькими, конечно, соцветиями. Это еще не те соцветия, которые проявят всю свою красоту и сортовые особенности этой гортензии, но все же мы видим, что растение качественное, что оно прижилось, начинает уже цвести, а дальнейшее уже, конечно, дело наших рук. Правильный уход, правильные подкормки, любовь, полив, ну, все, что сопутствует выращиванию красивых, здоровых растений в наших красивых, здоровых садах. Когда вы заказываете растения в интернет-магазине Флориум, переходите на сайт, то, выбирая растения, вы сразу видите под названием огромная вот такая целая страница описания. Что в этом описании? В этом описании вы найдете все, что можно рассказать об этом растении. Цвет листьев, цвет цветка, размер цветка, запах цветка, интенсивный или не очень, зона морозостойкости, глубина посадки, высота растения, ширина растения, на какой почве лучше будет расти растение. Это очень важно для новичков, да и не только для новичков. Иной раз в суматохе вот организации своего сада некогда заниматься тем, чтобы находить информацию о том, как именно это растение высадить, где высадить, с чем сочетать. Вот такая информация, которая дается в описании каждому растению на сайте, она крайне важна для садовода. И даже если у вас возникнут вопросы после того, как вы все прочитали, и что-то вам непонятно, вы всегда можете нажать на специальный значок телефона, связаться с консультантом и поговорить, задать вопросы, которые у вас возникли. Отвечают сразу очень любезные ребята, всегда находится решение, и в процессе разговора вы можете уже услышать ответы на все интересующие вас вопросы. Именно здесь я высаживала гортензии, которые прошлой весной мы получили из интернет-магазина. И смотрите, что здорово. Каждой гортензии выдается паспорт гарантийный. Паспорт соответствия. Здесь у меня Touch of Pink и Summer Snow. Две гортензии. Ну вот, уже с почечками этой весной. Побеги утолщаются. А вот в этом цветнике у меня растут две красотки гортензии, которые одни из первых пришли в мой сад. Это именно был второй год заказа в интернет-магазине Флориум. Здесь у меня Magical Candle и Диамантина. Две гортензии. Потрясающие. Цветут, радуют. Огромные шапки, красивые кусты. Очень мне нравятся. И я думаю, что и вам понравится, когда вы увидите фотографию этих гортензий. Малышка небольшая,
Гортензия Cotton Cream. Красивый, пушистый, компактный кустик. Тоже из интернет-магазина Флориум. Третий год уже в нашем саду. Красавцы алиумы из Флориума. Здесь на переднем плане тюльпаны. Невероятно красивые. Обязательно вставлю фотографии тоже из интернет-магазина Флориум. И в этом цветнике у меня еще и новые посадки. Вот на дальнем плане это посадка алиума осенняя. Будем все с вами вместе наблюдать феерическое цветение алиума. Вы знаете, друзья, когда цветут алиумы, у нас создается впечатление, что мы переносимся в Англию на выставку в Челси. Так как всегда в Челси организуют такие красивые сады, в которых цветут алиумы. Это потрясающее зрелище. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Вы влюбитесь в эти растения. Кроме того, что они потрясающе цветут в цветниках, предновогодние видео были на нашем канале, где мы делали очень красивые композиции новогодние. Именно с алиумами, которые я засушила после того, как они отцвели, простояли весь сезон. Они замечательно, кстати, держатся в цветниках. Если вы не захотите их убирать, можно не убирать. И вытащить потом сухие соцветия и создать потрясающие, красивые новогодние и не только букеты. Рядом с ними еще новые алиумы выходят. На заднем плане, Вадик, если уловит камера, вот там, где стоит белые ниточки пластиковые, это уже лилии показываются. Лилии из магазина Флориум. И вот в этом месте у меня еще только-только там показываются носики, но еще не совсем они вышли. Это именно место обитания потрясающей лилии Бразилия. Друзья, вот если алиумы нас переносят в Англию, то лилия Бразилия, ну это потрясающее зрелище, это действительно карнавал. Карнавал красок, карнавал превращений, карнавал восторга. Это именно те эмоции, которые вызывает цветение и распуск цветов лилии Бразилия. В этом сезоне я дозаказала еще 10 луковиц лилии Бразилия, так как наблюдать за ее превращением и цветением, это как наблюдать за карнавалом в Бразилии. Именно перелистывая страницы на сайте интернет-магазина Флориум, я увидела потрясающую герань. Раньше я не обращала на нее внимания, но вот что-то меня зацепило. И в прошлом году, весной, именно в это время я высадила герань Розанну и Джонсон Блу. Друзья, ну это потрясающее зрелище. Герань Розанна цветет все лето. Джонсон Блу начинает немножко раньше свое цветение. Потрясающие синие, фиолетово, сиренево, голубые цветы. Друзья, посмотрите, вот уже розеточка. Это Розанна уже выходит. А вот это Джонсон Блу. И выбрала я их для того, чтобы они у меня росли как раз сразу за самшитом. Самшит зеленый создавать фон для этих цветущих гераней. Потрясающее зрелище. Я по-новому посмотрела на такой необыкновенный цветок. И если у вас есть возможность, и возможно вы сейчас выбираете, герань Розанна вполне подойдет для переднего плана цветника. Очень красивый. Ажурный куст. Замечательный. Необыкновенное чудо, совершенно неприхотливое, седум триколор. Посмотрите, разрастается очень быстро. Это тоже посадка прошлой весны. Вот этой весной маленький кустик был, ему уже ровно год. А как он разрастается? Рядом с ним флокс шиловидный. Все флоксы шиловидные. Если вы внимательно смотрите за нашими видео, весенние ранние цветения на каменистой горке, все шиловидные флоксы, это флоксы, которые я заказывала во Флориуме. И вот сейчас Вадик еще вам показывает. Постепенно я начала пополнять свою коллекцию седумов. Это у меня седум красно-бордовый. Название вам напишу, потому что оно такое Карлс, ну, в общем, невыговариваемое. Потрясающее.
бордово-красного цвета, вот именно такого мне и нужно было в этом месте цветника. А чуть-чуть ниже еще вот распускается розеточка, это тоже алиум, который прекрасно будет вписываться вот в композицию, которая проходит именно рядом с мостиком. А перед алиумом вот здесь, это у меня злаковое растение. Так, если найду сейчас, где-то у меня вот памятки стоят, я вам сейчас скажу. Мискантус фламинго. Вот так. Вот так красиво можно обустроить ваш сад, благодаря тому, что в одном месте собрано огромное-огромное количество разных растений. Эремурус, вейник, еще тут парочка злаковых растет. Перовские на заднем плане, голубая, красивейшая. Дальше злаковые, мелколуковичные, красивые бордовые шапочки. Тюльпаны дальше вот распускаются за бересклетом. Что еще, друзья? Вот, сейчас еще покажу вам. Смотрите, Вадик, подойди, пожалуйста. Вот с правой стороны маленький такой кустик, злаковое растение. Это у нас... ёжик. Фистука голубая. Это сейчас она выходит еще зелененькая, а когда нарастут у нее вот эти вот листики, побеги, они будут потрясающего голубого цвета. Друзья, огромное количество в нашем саду хост, которые мы заказывали во Флориуме. Сейчас еще рано, еще нет возможности вам показать, но я обязательно оставлю вам фотографии. Хосты необыкновенные, потрясающие, и вы видели, что я и в этом году еще сделала дозаказ, пополняю свою коллекцию потрясающими растениями для тенистых мест. И вам рекомендую, так как такой ассортимент хост, который имеет интернет-магазин Флориум, но это еще надо потрудиться поискать место, где собрано такое разнообразие и красивое, и здоровое разнообразие растений. Тюльпаны с правой стороны. С левой стороны, как я и сказала, еще пока не видны хосты, но вот здесь целый ряд хост, которые заказывали именно во Флориуме. И еще одно у меня есть место. Пойдем, Вадик, покажем. Между всеми вот этими туями, притененные каждой туей, вот здесь, вот уже показывают. Вадик, покажи, пожалуйста. Вот здесь растут хосты, которые мы тоже заказывали во Флориуме. Вот я немножко грибу камушки. Кто переживает, что хостам мешают камни или еще что-то, друзья, совершенно не переживайте. Хосты настолько имеют высокую силу роста, что им нипочем ни камни, ни даже черное агроволокно. Они пробьются к свету. Обязательно будем показывать в будущих видео, как растут эти хосты, какие они прекрасные. Друзья, почему я с большим удовольствием рекомендую вам этот интернет-магазин? Много лет пользуюсь услугами, много лет заказываем мы там растения. Не только мы. Через 2-3 года я, конечно же, стала рекомендовать и своим друзьям, и знакомым, которые, зная, что я увлекаюсь садом, задавали мне вопрос: Светлана, где купить растения? Красивое, здоровое, хорошая цена, чтобы была, немаловажно. Чтобы, если возникают какие-то ситуации, чтобы они решались правильно. И я с удовольствием рекомендовала магазин Флориум. Нравится мне, как ребята подходят к своему делу, профессионально, правильно, вникая в потребности каждого человека. Каждый сезон количество растений постоянно меняется и пополняется. Огромное количество семян однолетних, огромное количество препаратов, которые вы можете приобрести для ухода за своим садом. Я, кстати, во Флориуме всегда заказываю гидрогель, который использую в озонах в летних, когда высаживаю свои однолетники. И гидрогель для улицы, он помогает аккумулировать влагу, не быстро она испаряется, для того, чтобы растения, особенно в последние годы у нас очень жаркое лето, чтобы корневая не страдала, не пересыхала. Это тоже здорово, что можно вот такое средство заказать в интернет-магазине Флориум. Итак, сегодняшний заказ у меня был лаванды, хосты, пионы, герани,
Лилия Бразилия. Чудо-подарок еще был у меня. Все я перечислила, Вадик. А, пахисандра для тенистого места. Это у меня был заказ. И сейчас, конечно, в саду уже оттачиваются каждые цветники. Уже массово, к сожалению, место не позволяет высаживать. Друзья, обязательно воспользуйтесь услугами этого магазина. Потрясающее качество, здоровые растения, гарантия. Но что еще нужно садоводу для полного счастья? Чтобы его сад был здоровым, красивым и цвел. А это именно так и будет, если вот вы воспользуетесь предложенным ассортиментом растений интернет-магазина «Флориум». Вам желаем всем вдохновения в создании ваших красивых, солнечных, здоровых садов, чтобы ваши цветники были всегда непрерывного цветения, чтобы у вас всегда было вдохновение для того, чтобы создавать красивые композиции в своем саду, чтобы всегда было время любоваться созданным вашими руками. А мы с вами уже очень скоро увидимся на нашем канале «Сад Света, Сад Света Светланы». Всем пока-пока! Обязательно будет видео, где мы будем показывать, куда и как мы высаживали все эти растения.